Долгожданная премьера как для театральной труппы Щелковского театра, так и для зрителей. Спектакль по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды» или «Причины и следствия» собрал полный зрительный зал. И аншлаг не просто так, ведь материал достоин внимания и понимания. Политические интриги и любовные перипетии сплелись воедино. Перед зрителем разыгрывается настоящая шахматная партия, где главные фигуры борются за влияние на главную – королеву английского двора. Режиссер-постановщик спектакля Екатерина Кузина в день премьеры, несомненно, волнуется, как и сами артисты. Еще бы! Впервые с этой пьесой в таком интересном формате, где минимум декораций, масса диалогов и очень оригинальный музыкальный ряд, сама суть спектакля, что называется, вынесена на передний план и заставляет зрителей сопереживать героям и следить за тонкой политической игрой с использованием всевозможных приемов. Я люблю классическую прозу, поэзию, драматургию. Мне нравятся эти темы, которые там поднимаются, раскрываются. Эта пьеса заинтересовала меня извечными двумя темами – любовь и власть. Кто победит, что победит в итоге, увидим в конце спектакля. Это первая премьера этого сезона. Что-то очень необычное. Кузина Екатерина Геннадьевна уже заявила ярко о себе в нашем учреждении. Все ее постановки очень философские, очень стилизованные. Думаю, сегодня вы сможете в этом убедиться. Катюша моя ученица. И то, что я наблюдаю в последнее время, вот начиная от первого спектакля «Визит старой дамы» и даже детские спектакли, я просто ей горжусь. Она очень тщательно отрабатывает все оформление спектакля. Она абсолютно правильно работает режиссерски. Она делает анализ пьесы. Все как учили. И, конечно, она безумно талантлива. И как актриса, и как режиссер. Я, как побывавший на многих премьерах и спектаклях Щелковского театра, более чем уверен в том, что от него стоит ожидать только всего лучшего. Это что-то вообще. И очень понравилось мне вот это вот оформление сцены, то, что шахматная доска, и фигуры все ходят. Главные герои, как фигуры на шахматной доске. Это очень интересное решение. Концепция шахмат, конечно, визирь, противоборство, белые, черные, слепой король. Все по классике. Ну что же, герцогиня, поднесите мне его сами. Я... Итак, стакан оказался полон, как был полон эмоциями и овациями зал театрально-концертного центра в минувшие выходные. Лилия Тимиева, Анна Коростелева, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.